Как говорите, называют нас фашистами, бендеровцами, что мы там едем на автобусах куда-то. Это было с ваших путем. На лодках. Да, на лодках плывут. Не с ваших, именно с ваших однопартийцев. Вот. Как вы к этому относитесь? Потому что сюда есть бендеровцы, правый сектор, тут не знаю, там Аквамайдан, Аэромайдан сюда идет, или еще что-то такое. Вот в Луганск, где вот видели эти автобусы. Это, кстати, Я же об этом сказал в ходе выступления, повторю еще раз. Брехня, да? Я не хочу, чтобы мы с вами вообще верили вот все то, и потом еще это транслировали людям. Да, мы все-таки далеко не просто рядовые люди. Мы сегодня, наша позиция, она как бы находит отражение в эмоциях и действиях людей. Так вот, я не хочу, чтобы наши позиции, которые мы воспринимаем с Фейсбука, да, точно так же, потом вот это вот находило отражение, в том числе в этой дискуссии. Вы знаете, как сам себя, вот смотришь, как Кашпировский, который смотрит в зеркало, да, вот мы можем сейчас вот смотрит, сам себя загипнотизировал, и потом опять это все начинает накручивать. Вот и я об этом сказал. Мы, по-моему, прекрасно с вами общаемся и здоровы. Это и ответ на все эти вопросы. Последний вопрос можно? Расскажите, пожалуйста, всем, что сделала Коммунистическая партия Украины для того, чтобы не было этого кризиса в стране конкретно? Раз, два, три. Почему? Почему? Вот конкретно, вот что сделала Компартия для этого? Проституцию в Луганске поборола. Компартия, по-моему, предлагала обсудить на референдуме. Я могу ответить, спасибо. Я могу на этот вопрос очень легко ответить. Я не буду говорить то, чем мы занимались в течение 3-4 последних лет, а мы сделали немало. Да, здесь, голосовали вместе с партией региона. Давайте перечислять конкретно законопроекты. Я депутат областного совета, я готов за каждое свое голосование ответить перед любой аудиторией, какая бы она ни была. Вот. Что касается нашей позиции, мы в сентябре месяце говорили о том, что избежать всего того, что сегодня у нас происходит, можно было бы одним простым путем. Инициировать и провести всеукраинский референдум.